Всем привет, дорогие друзья! С вами Серега и Наташа, и сегодня привет. Мы играем на гидродезинтеграторах, то есть это ледяные пистолетики, это очень забавно. И сразу видите, что Наташа сегодня будет без вебки, ну так оно получилось, но, ребят, вы поставьте лайкос, и в следующем ролике она обязательно будет с веб-камерой. Так, ну короче, почему я сел? Господи, что с этим тупым управлением? Удерживать кнопку, боже ты мой. Играю тут с моих аккаунтов, потом управление хер пойми какое тут. Тырят у меня аккаунты. В общем, сегодня, ребят, мы играем на водяных пистолетиках. Ты просто... Что? Водичка такая. Почему ты в меня попал? Я прям в тебя сейчас попал. Что за бред? Я прям в тебя попал. Ты посмотри, ты как будто... А, это... Смотри, посмотри на свою стену. Ты меня увидела и потекла просто полностью. Ты просто посмотри на эту стену. Она прям такая мокрая. А у меня на низких все, Сереж. Ну, короче, посмотришь на видосе, это ты так потекла, когда, наверное, меня увидела. Мой дезинтегратор, когда увидела. Вот я тебя попадаю, я тоже в тебя попадаю. Вот смотрите, ребят, какая стена у нее, это она так потекла прям. Увидела MC Серегу на паблике. Ой, паблик, один на один. Ну это какая-то херня, я не помню, как я делал. Вроде, я уже забыл, как я делал. Я же тебя попал. Я год назад с этим дезинтегратором водяным пистолетиком сыграл, что ли, 2-1. Короче, с неплохим счетом, на самом деле. Я не помню, как я вроде как-то лег и вот так вот стрелял. Боже, почему нельзя было... Я почему не могу попасть? Попал. Боже, я перезаряжу. Водичку перезарядил. Перезарядка классная. А как он перезаряжает? Откуда он воду берет? Мне ж интересно. Не знаю. Откуда он берет воду? Подожди, а ну-ка впритык из тебя. Смотри, прям впритык. Он просто впритык. О, нет, слушай. Я тебе полный крест дала. Впритык удавай. У тебя не рентгенится, Сереж? Не, ты что гонишь? Так неинтересно. А у него приклад, а не бьет приклад. Посмотри, как он леща дает, леща, да. на тебе леща. Эй, давай не надо, давай без лещей. Блин, я тебе леща дал, все равно меня убило. Кстати, смотрите, как красиво теперь смотрится, мы оба 80-е ранги, оба такие крутые шлемики. Очень похоже, это очень круто. Ты посмотри, да, как он леща классно дает? Да как ты это делаешь? Я как-то случайно в тебя попадаю. Что за херня? Куда ты вообще стреляешь? Боже, почему нельзя было нормально сделать, чтобы именно если, ну, попадаешь, то есть ты попадаешь, просто сделали бы урон, ну, очень маленький, например. Ну, как вообще водой можно убить, я не понимаю. Это кислотой, что ли, пуляемся друг друга? Это кислота бы разъела, мне кажется, пластмассочку. 1 апреля, блин, такие шутники. Ты где? Иди сюда. Я придумал, короче, я буду подбегать к тебе впритык. Блин, вода прямо от тебя отскакивает, какая ты мокрая. Знаешь, такой звук... Мокрая. И ты, что-то я даже прям не знаю, смущаюсь немножко. Надо, я, короче, сделаю на всю громкость, чтобы послушать. Что мои стоны? Да, твои стоны. Знаете, и он еще у меня, короче, это так забавно получается. Блин, жаль, что я без звука играю, но я послушаю. Да что ты... Вот прям в тебя вода, я тебе прям в глаза пульнул водой, вот подойти так человеку в глаза водой пульнем хотя бы. Мне глаз вода разъела. Глаз разъела вода. Знаешь, я не знаю. Так что за бред, каким образом ты это делаешь? Я не знаю, как я попадаю, вот даже вот сейчас я не знаю, как попал в тебя, серьезно. У меня какая-то вода бракованная, слушай, мне надо, короче, дозарядить. Серёж, всё, заканчивай запись. 3-8. Надо было на ружках поставить, я бы как нарушать стал, и все. Да ладно, это ж мы по фану записываем. Ты смотри, проиграешь, я ничего не выложу. Да, шучу. Да что ты, о, ты сдохла, боже. Не, ладно, раньше я думал, я не могу никого с него убить, потому что у меня просто урон не идет. Так, перезаряжаемся. Блин, серьезно, откуда он берет воду для этого дезинтегратора? Мне ж интересно. Что это за звуки такие интересные? Да что за херня-то такая, почему? Каким образом он действует, объясни. Что ты делаешь? Ты куда-то влево, вот ты вправо, я... ты вверх куда-то стреляешь? Не знаю, нет, я стреляю в тебя, прям как-то случайно попадаю, серьезно. Может быть, вообще не в тебя надо стрелять, а ну-ка. Ну да, я вообще сейчас не в тебя стреляла. Куда ты стреляешь? Во! Я вообще, я понял, ребят, я все понял, как, короче, надо стрелять. Все, просто держись, я тебе стату буду унижать. Да? Давай. Прифайром в тебя еще буду стрелять. Фига. Струйка. Что это за херня, господи? Ну как будто... Я даже не знаю, как сейчас попал в тебя, серьезно. Я вроде не попадаю в тебя, но вроде попадаю. Да. А вроде когда попадаю, не попадаю. Это, вот смотри, тут какая-то водичка. А, я понял, сейчас я дозаправлюсь, ребят. Так. Ты заправился? Ты сомневаешься, что это водичка? Это может быть какое-то масло разлитое? Давай я тебе леща. Можно леща один раз дам? Давай, у тебя полный крест. Да сика! Что? Херня, просто что это за бред? А у тебя титан, да?
Титана что? Мне тоже Титан. Титан антихрист. Мне кажется, вряд ли он тут как-то решает. Что? Погоди, ну-ка. Я что, стенку? О, в натуре! В натуре себя можно убить. Да? В стенку, да? Просто. Да-да-да. Что за бред? В смысле, что за бред? Ты водой себя обливаешь. Как вообще водой можно убить, я не понимаю. Да. Да хорош, да как ты это делаешь? Я прекрати, не знаю. Что за бред? Я прям в тебя, я... Да что за херня? Господи, я, короче, останавливаю запись. Да? Я отболею, извиняюсь. Заболел резко. Нельзя весенние дни гулять. Какого хера, что за бред? Да... Блин, водичка еще так интересная. Я, короче, смотри, вот так префайром сейчас буду стрелять. Ты чё, обошла меня, что ли? Я твои шаги где-то слышу. Где твои шаги? Своими наушниками за 250 рублей. Ты да, ничего не можешь слышать. Я так рад, что ты запомнил, что они стоят 250 рублей. Ты всегда на это жалуешься. Отмазка. Да чё жалуюсь? У меня есть наушники за 15 тысяч, но они неудобные. Да хорош, отстань, а. Чё, леща тебе? Нет! На тебе леща, сучка! На! Твоишь, мать. Да блин, 6.14, ты серьезно что ли? Да подайся мне, ну подайся мне! Как ты плакала постоянно. Да ладно. Даже лучшие проигрывают когда-то. Да хорош, да как ты это делаешь? Да что за бред? Блин, меня бомбит, что за фигня? Почему я 6.15 убил, ты 4.17? А, я сам себя что ли убил? Я ж по идее в минус должен. Я тоже сама себя. Ты же сама себя тоже. Да что за, какого... О! Каким образом? Я не понимаю. Отзабились эту херню. Какая мать. Он нарушать решил, наверху полез. Ничего не видел. Ничего не видела, тихо. Нарушать. Я не нарушаю. Нарушите. Ну в тебя аж водичка летит, ну почему ты не умираешь? Давай. Ну полный крест, каким образом? Ну, о, да, деточка. 8.15. Ты такая симпатичная, слушай. У тебя такой кадык интересный на твоей Аврорке. Ты точно в Аврорке играешь? Ты точно дев? Угу. У меня аж сердце заболело, господи. Хорош меня нагибать. Я сейчас прям в прямом эфире умру. Хорош, что ты так меня нагибаешь? Меня никогда так не унижали. Особенно. Меня максимум, когда так прям я жестко проиграл, это на каких-нибудь дефах, может быть, был. Я, короче, понял тактику. Ребят, как у вас с этой херотень можно вот зайти, например, на пистолетах и, например, против глоков играть, против сиксауров? Это ж нереальный сосям. Да никто не играет. Тихо, попал. Попал. Да... Я понял! Смотри, короче, когда ложишься, он прям в цель вроде летит. А ну-ка, давай попробуем. Наоборот, мне кажется. Не-не-не, когда прям вот. Вот эта херня, когда. Ну-ка. Да! Я тебе говорю, это баг! Что? Чего, Серёж? Что за фигня? Что это было? Не знаю. Мы друг друга залили водой. Я тебе говорю, когда вот эта херня типа расширяется прицел, она как будто прям в цель летит. Ну или хотя бы не прям в цель, но попадает хотя бы. Так вот как ты меня убивала. На туре, слушай, погоди. Да нет. Ну хорош. Я просто хочу посмотреть, как ты это делаешь. Я просто хочу посмотреть, как ты это делаешь. Какого хера? Как объясняй, как ты с ней стреляешь? Быстро. Я не знаю, я рандом. Рассказывай мне с этой херни, как стрелять. Может быть, спамить нужно? Меня как-то отскакивают. Да что это такое? Я не буду это выкладывать, все в жопу. Да ладно, шучу. Боже мой. Первый раз так всираю. Я не буду на этой херне больше играть. Это слишком херня для меня. Что это вообще такое? Куда? Вот что, ой, я стрелял тебе в ноги и попал в хэд. Шикарно. Так, нужно, ребят, царского леща и дать. Леща. Натя! Натя! Да стой! Натя! Натя! Что это за херня? Каким образом ты это делаешь? Прекрати! Я сейчас игру удалю. Что это за херотень? Админы, что за хуйту ввели? Что это за говно? Как с того говна стрелять? Вот что это такое? Что, куда летят пули? Нахера делать прицел крестиком, чтобы он без задачи был? И чтоб вот, смотри, в точку стреляет. А в пределе летит вообще хер пойми куда. Ну что это такое вообще? Ну что? О. Ура, убил меня. 12.21, иди ты нафиг. Слушай, просто иди ты. О, я броню себя отрегил. Пока ты не видишь позицию. Че это за фигня? Ну что ты делаешь? Куда-то влево идешь. Вот. Вот. Давай еще раз, я тебя убью. Просто нет слов.
Натя! Леща! Леща! Слахтяс! Да. Не считалось. Да? Блин. Да. В общем, ребят, на самом деле я и подался, вот. Да-да-да, конечно, подался. Что ты молчишь, что там вякаешь вообще, слушай, я тебе подался, тут еще чуть неблагодарный, я бы тебя сейчас тут вообще 50-0 бы разорвал, слушай, так что молчи, Агаля. В общем, ребят, ну вы знаете, что я бы 50-0 бы разорвал, просто она тут плакала мне в скайпе, типа. Поддайся мне, конечно. Поддайся мне, поддайся. Ну, короче, я и поддался, чуваки, ну вы понимаете. Поставьте лайкос, подпишитесь на канал, вступите в группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании, пожалуйста, не забудьте это сделать. С вами был Серега и Наташа. Всем удачи и всем пока.